Здравствуйте, меня зовут Юлия. Сегодня хочу показать свою последнюю посылочку с сайта iHerb. Будут вещи косметические, съедобные и чуть-чуть биодобавок. Решила купить себе вот такой наборчик спонжей от Real Techniques. Смотрела цены на сайте. Он стоит сейчас 709 рублей. Уже второй спонжик я использую. Я раньше их покупала по одной штуке. В общем-то, у них сейчас ассортимент увеличился. Есть еще больше наборы и другие формы спонжиков есть. Очень нравятся эти спонжи. Люблю наносить ими, вернее, растушевывать тональную основу. Все-таки не стоит сразу этим спонжиком именно набирать тональную основу и распределять по лицу. Лучше нанести ее на лицо, как-то более или менее равномерно распределить пальцами или кисточкой, а спонжиком уже растушевать, тогда он не будет впитывать в себя слишком много тональной основы. Самый большой враг этих спонжей – это ногти. Вот такие вот можно сделать повреждения этим спонжиком. И когда спонжу уже много времени, он начинает махриться, распадаться на части, и тогда уже наступает время его заменить. Хотя служат они достаточно долго. Мою я достаточно часто, опять же, мою обычным туалетным мылом. Уже много времени этому спонжику, поэтому он до конца все-таки не отмывается. Сейчас он у меня во влажном состоянии. Очень они мягкие, эти спонжи. Я не пробовала оригинальный бьюти-блендер, но вот эти спонжи на YouTube все хвалят, и я ими очень-очень довольна. По крайней мере, они не стоят таких сумасшедших денег, и не так жалко на них потратить там 300 с чем-то рублей. К тому же зачастую на iHerb бывают какие-то акции, и можно их купить еще немного дешевле. Очень довольна, и я думаю, что мне надолго хватит вот этого наборчика, буду с удовольствием пользоваться. Следующая покупка, которую я очень давно-давно хотела совершить, это вот такая маска, вспенивающаяся с углем, корейская. Сейчас у них на сайте достаточно большой выбор корейской косметики. У меня была миниатюрка маски от Bliss. Очень приятная маска с цитрусовым ароматом, но она очень дорогая. И вот эта маска, она, конечно, чуть-чуть более такая жесткая по своему действию, более очищающая. Здесь вот такая лопаточка в комплекте. И внутри сама маска выглядит вот таким образом. Лучше, конечно, мокрыми руками туда не залезать, действительно, какой-то вот этой лопаточкой достать кусочек маски, распределить по лицу, и через буквально несколько секунд она начнет вспениваться, и через 3-5 минут ее просто нужно с лица смыть. Основа у нее такая мыльная, смывается она, естественно, очень хорошо. Очень приятный продукт, действительно, кожу очищает, но здесь еще заявленные увлажняющие свойства, но я использую ее именно как такой шаг глубокого очищения. Сколько она сейчас стоит? 903 рубля. В принципе, можно поискать такую же маску и на eBay, но, соответственно, там, скорее всего, доставка будет более долгая. И там даже есть варианты китайские, более дешевые. Не знаю, насколько они по действию своему хорошие, но все-таки, наверное, я предпочту купить оригинальный вариант. Тоже бывают на iHerb какие-то акции, 10-20% скидки, поэтому можно подождать. Хотя я несколько месяцев, наверное, ждала, прежде чем появится в наличии эта маска, потому что ее какое-то время прям очень часто разбирали, пока я там думала, что еще добавить в свою корзину, оставалась я вот без нее и, наконец, смогла ее купить. И очень довольна, уже несколько раз пользовалась, буду пользоваться дальше. Еще одна косметическая покупка – это сахарная паста для депиляции. Сделана она в Канаде, и я купила
купила набор, который состоит из вот такой стеклянной баночки с самой пасты. Здесь 170 грамм продукта. В чем смысл? В том, что ее не надо разогревать, она уже готова к применению, прям сразу наносится на участок кожи вот этими шпателями деревянными. Затем нужно приложить вот эту вот салфетку, да, их здесь много, они тканевые, и, соответственно, волосы удаляются. Что понравилось в этом наборе, это то, что это не воск, его не нужно греть, сразу все это готово к применению. И, наверное, самый главный момент, что эта сахарная паста без каких-либо проблем удаляется с кожи, просто смывается водой, все эти шпатели без проблем моются. И также вот эти салфетки, тоже они стираются буквально мылом, даже просто сполоснуть можно. И вот, вот так выглядят после стирки. Можно их прогладить, даже если не прогладить, в принципе, можно сразу же использовать, когда они высохли. Единственный момент, они махрятся, и вот здесь ниточки, конечно, от них вылезают. Несколько раз уже пользовалась, я думаю, как только у меня закончится вот эта баночка, я куплю себе больший размер, больший формат, и там есть и маленькие форматы для лица, чтобы использовать, но, в принципе, у них состав более или менее одинаковый, здесь сахар и еще добавлены какие-то натуральные экстракты растительные. Вот здесь написано, что 100% натуральный органический состав. Я использовала и на лице, над губой, над бровями. Гораздо меньше раздражения, чем от восковых полосок. И, в общем-то, к ним я больше не вернусь. Вот эта вещь работает лучше, лучше захватывает волоски, меньше раздражения. И все это дело проще в использовании, потому что просто смывается обычной водой. По стоимости такой наборчик был 992 рубля по полной цене. Ну, соответственно, если подождать каких-то скидок, наверняка можно купить и подешевле. Так, все на насчет косметики это все. Решила купить еще пробиотики от Now. 60 капсул, здесь не буду открывать, еще у меня запаяна эта упаковочка. Здесь хорошие капсулки, которые хорошо глотаются, и дозировка здесь от 1 до 3 капсул в день. Я не люблю глотать кучу таблеток, но вот взяла такую, еще одну такую банку, уже она у меня была. Здесь стекло темное, не нужно ни в каком холодильнике хранить, слава богу. Вот, и по стоимости, сколько по стоимости? 739 рублей по полной цене. На пробу взяла вот такую маленькую баночку, тоже с пробиотиками. Написано, что в 15 раз более эффективный, чем капсулы. Здесь внутри такие маленькие шарики, их, по-моему, 10 штук. Уже практически у меня здесь все закончилось. Это пробный образец, и его можно купить за 128 рублей. В последнее время, к сожалению, там очень мало хороших каких-то вот пробников. Раньше можно было что-то интересненькое выбрать, а сейчас вот по спеццене очень маленький выбор, как-то ничего не привлекает, ничего там заказывать не хочется. И из съедобных продуктов взяла очередной раз кокосовый сахар, здесь 454 грамма, полная цена 364 рубля. Там несколько брендов, я обычно беру тот, который по спеццене, по какой-нибудь скидке, в принципе, большой разницы не вижу. У этого сахара очень выраженный такой карамельный вкус, вкус жжёного сахара. Мне нравится его использовать в каше, в выпечку. Возможно, в кофе, в чай не очень нравится из-за этого яркого вкуса. Но здесь написано, что можно использовать для выпечки, для напитков, для соусов, как добавка в кашу. Надолго его хватает. Не всегда его использую. Иногда забываю, но стараюсь там, где можно заменить обычный сахар вот таким, все-таки пользоваться вот таким, потому что у него
более низкий гликемический индекс, и он менее вредный, чем обычный белый сахар, который мы и так используем везде, где только можно. Ну и последнее, что в этом видео покажу, взяла вот такую стеклянную баночку корицы от Simply Organic. Здесь 69 грамм. Я обычно покупаю корицу, которая продается у нас в обычных супермаркетах, в бумажных пакетиках, и там обычно объем достаточно маленький, а здесь вот такая удобная упаковка. Здесь вот такая крышечка с отверстиями и очень хорошо дозируется. Я люблю корицу в выпечке очень, сочетать с яблоками, с творогом, просто булочки с корицей. Не могу сказать, что вот эта корица сахёр какая-то супер другая, чем то, что продается в супермаркетах, но решила взять из-за того, что какое-то там было спецпредложение, по-моему, 20 что ли процентов скидка. И я ее купила. И вот этот бренд Simply Organic очень часто у них бывает в скидках недели с 20% скидкой, поэтому можно купить. Что касается полной стоимости, то 296 рублей сейчас на сайте цена вот за такую стеклянную баночку. На этом все. Обзор моей посылки закончен. Как всегда, внизу будут названия продуктов в описании под видео и ссылки, чтобы можно было посмотреть актуальную цену и при желании купить. Всем большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.